Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из города Златоуст, открыла я свой салон в мае 2020 года. Кать, скажи, пожалуйста, почему франшиза, а не независимая розница? На тот момент для меня была важна поддержка. Я остановилась именно на этой франшизе, потому что мне показалось правильным открытие именно такого салона. Ideal Forms дал развитие брафитингу. Кать, у тебя небольшой город. Вот очень часто потенциальные партнеры из регионов, да, которые хотели бы подобный бизнес, их смущает, что эта тема не и кому не известная, и что в маленьком городе невозможно будет работать. Вот скажи, пожалуйста, какая у тебя численность? И как ты оцениваешь свой результат относительно твоей численности, да, и бизнеса? Ну, численность города очень небольшая, то есть это до 200 тысяч. Результат, я считаю, в моем городе достаточно хороший. Когда я открывалась, меня пугали, да кто вообще, в принципе, пойдет в такой салон, что это за принцип работы и так далее. Я могу сказать, что по исходу года работы у меня появилась достаточно хорошая клиентская база, во-первых. Во-вторых, девочек очень много, которые превратились в постоянных клиентов, кто-то в подружек в том числе. И, что немаловажно, в таких маленьких городах вообще, в принципе, нету чего-то стоящего, а салон Ideal Forms, да, отвечает по всем правилам и позволяет с соседних городов, которые, ну, примерно такие же по численности, приезжать и получать полноценную услугу. Девочки, которые ко мне ходят, очень ценят именно подход и остаются вот прямо вот в восторге. Катя, вот все хотят цифр. Скажи, ты приблизительно же знаешь зарплату в своем городе, да? Угу. И вот какой у тебя средний чек? Ну, средний чек у меня, ну, где-то 5-5,5, вот так. Угу. Ну, я считаю, что это достойная цифра, которую можно легко отдать за белье, даже, ну, при зарплате. Есть девчата, да, у нас зарплата в городе небольшая, там от 15 и выше. Но, тем не менее, даже те, кто получает небольшие деньги, вполне могут позволить себе потратить на белье. Мы всегда, ну, лояльно подходим к клиенту. Кать, как ты переживала вот этот период пандемии и как ты оцениваешь свой результат? Вот у тебя уже прошел год, ты запускалась в самое тоже непростое время. Вот твои личные ощущения от пережитого периода, как ты считаешь, он отразился на тебе, на твоем бизнесе? И в целом. Я хочу сказать, что пандемия в некотором роде сыграла для меня даже плюс. Так как салон работает по принципу, ну, закрытого типа, девочкам было намного комфортнее и удобнее приходить именно в такой салон. Цифры, ну, мне, наверное, тяжело на сегодняшний день оценивать цифры, но я хочу сказать, что с каждым месяцем свой результат я повышаю. В течение года, ну, как бы пройдено много этапов, да, были разные сложности, но большой плюс именно франшизы в том, что мы работаем в команде. И можно, скажем так, не совершать каких-то ошибок. И мне четко понятно, каких результатов я хочу достигнуть и в какой период. Кать, вот у тебя уже все-таки за год ты уже разобралась в белье, в брендах, в чашках. У тебя никогда не было мысли пойти и работать самостоятельно? Нет, никогда. А зачем? Я и хочу повториться. Мне очень приятно работать в команде таких же людей, болеющих этой идеей, болеющих этой миссией и поддерживающих друг друга.